Задержка произошла из-за того, что средства федерального бюджета, которые были рассчитаны и утверждены законом о федеральном бюджете на 2012 и плановый период 2013-2014 год, вот средства 2012 года полностью исчерпаны. Но здесь надо сказать, что 23 ноября текущего года Государственной Думой принят федеральный закон, которым внесены уточнения в федеральный бюджет на 2012 год с точки зрения увеличения объемов ассигнований на осуществление Чернобыля. Выплат. Данный закон 26 ноября прошел Совет Федерации и находится на подписании у высшего должностного лица нашего государства. После этого Министерство финансов будет осуществлять перечисление указанных денежных средств в федеральное казначейство. С федерального казначейства средства пойдут на территорию, то есть в управление федерального казначейства. И в декабре месяце будут осуществлены в полном объеме выплаты за ноябрь и за декабрь.